продолжаю рубрику о стиле жизни. Черногория. Здесь существует такое слово «палака». Палака – это медленно, не торопись, размеренно. Мы, приезжая с различных регионов, особенно с мегаполисов, я вот сюда приехала, например, с Нью-Йорка, мы до сих пор не можем из себя с мужем выбить палкой, не можем выбить вот тот сумасшедший ритм жизни. Здесь же люди живут размеренно, все не торопясь, все тихо. Кофе пьют целый день. Он может попивать чашечку кофе и стаканчик воды целый день. И каждый день на одном и том же месте. Все размеренно, все в таком сонном состоянии. Это, друзья, стиль жизни. Палака – это стиль жизни Черногории, в принципе, и всех Балкан, только в разных странах по-разному называется.